открытая трибуна. Как вы считаете, нужно ли легализовать легкие наркотики? Наркотики – это говорят, что для наркоманов. А пользуются дети в школе. И это часто и густо. И не то, что родители сами жалуются. В некоторых школах приходят реализаторы. И это все реализуют этим детям. И дети встают с легкого на тяжелое, так сказать. А это горе родителям. Я считаю, что нельзя, потому что они лишают социальной ответственности людей, серьезности. Вот. И поэтому я все-таки против. Я считаю, что наркотики, даже легкие, на Украине не стоит легализовать. Потому что привыкнешь к легким, молодежь сразу же пересядет на легкие наркотики. Это начнется повальное. Я считаю, что я против. Это мое мнение. И наркотики любые, легкие, нелегкие, это вред для здоровья. Лучше пусть молодежь занимается спортом. Ну, я считаю, что можно разрешить продавать их в аптеках по рецепту. Если это действительно людям надо, то это хорошие вещи. Ну, я думаю, не стоит. У нас такой народ, что легко во вкус войдет, и потом будет проблема. А так, в принципе, ну, я думаю, это будет излишне. Легкие. Это личное дело каждого. Хочет, пусть употребляет. Если оно будет в свободной продаже, не будет такого ажиотажа. Я думаю, что нет, потому что это будет вредить очень сильно здоровью. И так много есть людей, которые ведут неправильный образ жизни. И если они еще начнут такое делать, то это очень сильно нарушит их здоровье. Ну, мне кажется, легализовать их нужно только в лечебных целях. А чтобы именно употреблять для каких-то развлекательных целях, там, так нет, только в лечебных. Ну, конечно, считаю, что нужно легализировать, поскольку можно ввести налог на ту же марихуану. И то есть и на эти деньги строить там больницы, дороги, то есть, ну, все такое. Благоустраивать города. Открытая трибуна.